каждую программу я все больше и больше волнуюсь. Я заметила. Уже конец проекта, а я волнуюсь все больше и больше и больше и больше. Ну, Ирочка, ну, мы же это делаем. Ир, я всю жизнь в другую сторону все делаю. Вот так, какая разница, мы же это делаем. Разница большая. Не, ну какую ногу дала? Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот сейчас чуть, вот видишь. Ой-ой-ой. Очень хорошо. Ай, я падаю, куда ж ты меня отпустил, да, алло? Что ты боишься? Не соскакивай колено, уперся. Ай. Держись! Ай! Ну, Ирка! Улечу. Так вот я про это и говорю. Видите, у нас как? Нам это надо гонять. Что-то, ничего думаю, не получается. Все плохо, да. У меня. Думаю, все плохо. Что-то не туда едем, не приседаю. Все не то. Все. А на самом деле все даже очень ничего. Вот такое бывает у меня. Пошел. И хочу сказать, что номер, конечно, будет совсем другой. Очень резко отличается от того, что мы сделали в предыдущей программе. Взяли тему, которая, в принципе, нам всем близка. Мы всегда просим, когда мы становимся одни, когда нам плохо либо хорошо, мы всегда просим у Бога, ну, вот что-нибудь, ну, помоги. Понимаете, и мы взяли вот такую музыку, вот такую тему. А, мужчина, который просит указать путь, и к нему спускается благодать. Благодать – это Ирочка. И ты же умеешь толкнуться. А ты же не толкнулся с шестой позиции. Извини. Ну, брат, да, Ирка? Я тебя обожаю. У тебя просто бешеный толчок, а ты такая Филон. И раз. Илюша! Нам очень хочется хорошо откатать свой номер, чтобы он остался в памяти не только нашей, но и тех, кто ставил этот номер, и тех, кто будет смотреть этот номер, кто будет за нас болеть. Да. На льду Ирина Слуцкая и Гедеминос Таранда! Ирина и Гедеминос, которых готовил Илья Авербух, будут танцевать под музыку Горана Бреговича «Мечта» из кинофильма «Аризонская мечта».
очень здорово. Я смотрел придирчиво, ведь Ирина и Гедиминос трижды попадали в номинацию на разных этапах ледникового проекта в этом сезоне. И это не смогло им помешать. Ирина по-прежнему сохраняет свой фантастический оптимизм, улыбку заразительную, и она великая фигуристка. А Гедиминос сохраняет свою мужскую уверенность, уверенность в себе. И сегодня все это они продемонстрировали. Однако то, что я искал у них ошибки, наверное, помогло две этих ошибки увидеть. Один раз в поддержке Ира качнулась, потому что, видимо, как-то неудачно ее поддерживал под спину партнер. А другой раз партнер нелепо затормозил. То есть, наверное, есть к чему придраться у нашего строгого жюри. Но идея...